Здравствуйте, меня зовут Мышко Александр, мне 22 года. На данный момент я проживаю в агрогородке Верейки Волковысского района Гродненской области. Хочу прочесть стихотворение собственного сочинения. Я называю его «Философское произведение Реквием». Недавно было предложено мне написать стихотворение о войне. Про войны я никогда не писал, то ли был мал, то ли не знал. Вторая мировая война, ты, к сожалению, была не одна. Об руку шла Великая Отечественная, для наших народов бесчеловечная. Но был уж 44-й год, Красная Армия шла вперед. 80-летний юбилей, снятие блокады с многострадального города-героя Ленинграда, успешное проведение операции «Багратион», в ходе которой была освобождена Беларусь. Нашему Отечеству был нанесен весомый урон, но мы выстояли. Я духом бойцов, их волей горжусь. Нелегко досталась нам эта победа. Народ наш отдал самое ценное, превозмогая невзгоды и беды, парнишки взрослели мгновенно. Погиб каждый третий белорус, овдовели жены, осиротели дети, на плечи лег им тяжкий груз, ужасны и трагичны судьбы эти. Жестокая, бесчеловечная война, ты породила боль, ненависть и страх. Ушла ты. Была затронута почти что каждая страна. Ушла ты, оставив за собой лишь тлен и прах. Кому же ты была нужна, губительная, жуткая война? Отчего ж не можем жить мы в мире? Какая цель и функция войны? Неужто пребываем мы в эфире, а наши судьбы уж предрешены?